Табани в своем монументальном труде о рыбах России указывает, что по вялости клевой, малому сопротивлению, оказываемому пойманным карасем, ужение этой рыбы не особенно интересно. Возможно, в те времена, 19 век, карась был каким-то другим, ибо многие современные рыболовы отмечают необыкновенное упорство и бешеное сопротивление попавшегося на удочку карася. Он квыркается, бросается в заросли водяных трав, пытаясь запутать леску, старается подрезать ее острым лучом спинного плавника, а будучи все-таки извлечен из воды, умело притворяется измотанным и вконец обессилевшим.